На рождественской ярмарке, которую организует правительство, будут усилены меры безопасности. Члены Кабинета министров решили выделить дополнительные средства для установки в зоне камер видеонаблюдения. Появились дополнительные непредвиденные расходы, прежде всего, на установку камер видеонаблюдения. «Нужно обеспечить безопасность посетителей. Все мы знаем, что произошло в Страсбурге», сказала министр образования, культуры и исследований Моника Бабук. Дополнительные средства пойдут также на установку 2 детских каруселей, ремонт крыш, 22 деревянных домиков. Всего дополнительно выделили почти 3 миллиона леев. Рождественскую ярмарку организуют второй год подряд. Она будет открыта на улице 31 августа с 15 декабря по 15 января. Там обустроят несколько развлекательных зон, в том числе установят домик Деда Мороза. Предварительный бюджет на организацию ярмарки составил 8 миллионов леев.